Всем привет! Один из самых частых запросов – это о том, как я тренирую мышцы пресса и как мне удается сохранить результат. Конечно, я сейчас не буду расписывать о том, что нужно правильно питаться, чтобы исключить жировую прослойку прежде всего, чтобы остались мышцы, которые нужно правильно тренировать. Почему правильно? Потому что, опять же, я не сторонник каких-то сверхсложных упражнений на пресс, каких-то немыслимых махов ногами, с утяжелителями, с мячиками. Прочее, потому что, на мой взгляд и по моей практике, очень хорошо идут классические упражнения, которые нужно делать после каждой тренировки. Ну, то есть я завершаю каждую тренировку упражнениями на мышцы пресса. Также я редко, ну, вернее, вообще никогда не делаю никаких там наклонов, никаких скручиваний с утяжелителями, потому что если вы не хотите иметь огромную талию, как у бегемота, то лучше не увлекаться такими упражнениями. Я сейчас покажу самые простые, самые элементарные упражнения. Главное, нужно следить за дыханием, правильностью выполнения. И помните, что когда вы ощущаете спортивную боль, вот тогда вы куете свое тело по-настоящему. Ну что, готовы? Вперед! Тогда пойдемте!